Добрый день, друзья! Приветствую всех в игре Modrunner, с вами Егор. Ну и мы продолжаем прохождение модовой карты под названием Река Селенга от автора Пашкевич. Часть вторая сегодня. Так, крас я вытянул, друзья мои. Крас я вытянул. А как мы будем там переезжать через этот мост, я не знаю. А другого пути у нас нет. Так, сейчас я КамАЗ еще тут у меня застрял. КамАЗ еще как-то надо перекинуть через эту горку. Ну что, попробуем. Всем приятного просмотра. Поехали. Может, с лебедкой попробуем. Не хочу на буксир его брать. Давай, 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 давай. Во. В прошлый раз я что-то постоял сутки и выехал. В прошлый раз я даже что-то с лебедкой не мог выехать. Ничего, сейчас потихоньку спустимся. Эх, давайте как-то попробуем крас. У меня еще и КамАЗ там, МАЗ остался. 4 лесопилки у нас не закрыты. Но главное сейчас переехать как-то. Переправиться. Так, ну что, попробуем взять немножко, не знаю. Аккуратно так. Ну блин, крас хотя бы полноприводный, тяжелый. Главное, чтобы не смыло, блин. Я ж как-то проезжал аккуратно тут. Я пустым проезжал. Давай, 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 давай. Вау, ну, в принципе. Супер. А там еще какой-то мост идет. А, ну там не видно, непонятно, короче. А, ну тем более он разломан. Во, ну нормально. КамАЗ точно не выйдет сюда, блин.
Такс. Это уже есть гуд. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Знаете что? Блин. Я там встряну по-любому. А где мой газончик? Тут я могу застрять команду. Давай, 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 давай. Вот, а он красавчик. Ну, фак. Недооценил я КамАЗ. Да, блин, пересаживайся. Смывает, смывает, смывает. Стоп, 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 блядь. Смывает, сейчас смоет нахрен. Не знаю, вытяну ли я, не вытяну. КамАЗ потеряю. Да хрен с ним. Да куда ты, блин, ну я ж... Куда ты едешь? Что за фигня, блин? Тормоза не держат нифига. Тихо, тихо. Давай, 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 давай. Все, уплыл КамАЗ. Ну, я не знаю, видите, как, блядь, сейчас еще и этот уплывет. Тут же руль веселый, блин, веселый, превеселый, капец. Да давай, ёпки. Что ж такое, блин? Что сегодня прям игра не идет. Да, вот видите, как оно, блядь. Чем не помогает, нифига. Да ну его нахрен, пусть плывет. Смысла нету с него. Не могу я не знаю, он вообще никакой. КамАЗ. И тоже дефолтные, блин, попробую. Без переднего привода, понимаете, там вообще, ну, не варик проехать, наверное. Сейчас еще... Мазом попробуем.
Ну да. Сегодня веселое будет у нас видео. Поехали на КамАЗе. Полным приводом, я так понял, там проехать можно, а вот хотя, может, если бы я не останавливался, то КамАЗом бы и проехал. Кто его знает. Сейчас еще МАЗом попробуем проехать.
Так, да, заправочка. Попробуем дернуть мазер сейчас. Все равно разочек еще придется, а может, не буду загадывать. Сейчас еще каким-то упаду, блин. Ну, КРАЗ перебрался, вот, блин, сейчас. КАМАЗ, МАЗ, не знаю. Так, глобус у нас. Да, что оно глючит, подглючит, да. Глобус у нас спустился. Сейчас глобусом попробуем там. Мазов. Переправить. Блин, коварная такая переправа в начале, просто капец. Получится, получится. Ну, где эта передача?
Давай, давай. Давай, давай. Тут, наверное, останавливаться нельзя, блин. Хотя уже смывает. Ой, блин. Сейчас смоет. Давай, 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 давай. Смоет сейчас, блин. Ё-моё, а. Что ж так смывает, блин? Ну вот переднего привода нету и все, нахуй. Все. Хана, ребята, сегодня. Сегодня прям трэш. Ё-моё, блин, ну вот видите. Он поставил эти машины, они нифига вообще не едут. Переднего привода нету, КРАЗ проезжает. Сейчас попробуем КАМАЗом. Да поубирать эти все машины отсюда. Ну вот, уже два раза еще ехать. Капец, блин, задолбало. Жаль, конечно, но... Что не поделаешь. Сейчас попробуем КАМАЗом. А был бы передок, видите, он бы вытянул бы просто. Сейчас посмотрим, как с КАМАЗом получится. Ну, прям трэш такой, блин, тут на... В начале, блядь. Ну да, видите, его слаживает, но передок вытягивает. Ну вот он один КРАЗ оставил тот, что, или газон, газоном. Газон тоже должен вытянуть он, в принципе. Полноприводный. Ну или МАЗом, или КАМАЗом, я не знаю, МАЗом, ну только без прицепа, по-другому, наверное, никак.
Тут дорога все спокойная уже. В принципе, я по одному сейчас довезу. Так, где тут первая? Ага. Хорошо, что Краза оставил. Топил две машины, блин. А КамАЗик спокойно прошел, в принципе. Не, ну хотя слаживало, но я же вот передок вытянул на ура. Сейчас я отключусь, друзья, поеду, блин, набью, добьем уже эти две лесопилки. Так, а где же вторая, блин? А, вон, появилась. Сейчас я, друзья, перееду, загружусь и включусь. Так, друзья, я вернулся. Сейчас доедем до заправки. Заправимся. Я взял обратно эти две машины. Загрузился. Шоссейник этот, КамАЗ, я не брал. Ну, шоссейник, у него 9 передач. Куда, блин? А мазом, в принципе, мазом можно было бы и это, но я не хочу уже мучиться на этой карте. А Кразом вообще спокойно, блин. Загрузился, проехал. Ты за повала выехал вообще на ура. Сейчас дотянуть до заправки. Там с КамАЗиком поедем. Ну, он и написал, автор, на дефолтных машинах.
даже не значит, что на неполноприводных. Дефолтные эти, ну вот эти штатные автомобили. Крас, газ. Да я уже так вмазав. Поставил сюда. Можно было взять Урала там. Того же штатного. Ну и тот же КамАЗ штатный. Только полноприводные. Ну и без проблем. Я думаю, прошли бы. Хотя Кразом чуть не уехал, видите, в первые. Сейчас посмотрим, как второй раз пойдет. Получится, не получится. Странно. А чё? А, ночь. Хотел пропустить ночь, а уже и утро. Смотрю, кнопка не светится. Ну, это есть гуд. Чё, первый пошел.
Так, подождем КамАЗа, наверное, и поедем вместе. У нас две лесопилки вот. Ох, тут, конечно, наверное, для шоссейника было бы тяжко, наверное, скорее всего. Но сейчас посмотрим, что там за дорога. Так, ну чё, второй пошел.
Ну вот, с полным приводом, без проблем. Выкатились.
Короче, ввяз я в этих кустах, ребята, конкретно. Видите, что творится тут? Ух, вроде добрались. Ой, трэш. Нет, тут шоссейником вряд ли бы я проехал. Хорошо, что взял эти две машинки. КамАЗы крас выручили. А, еще и 66-й газон. Вообще красавчик. В первой части там, ну, в прошлом видео Мадранер вытянул на такой подъем этот 66-й. Супер. Так, ну что, друзья, ну карта мне средненькая, знаете так. Но все равно автору спасибо за карту Пашкевичу. В следующем выпуске Мадранер перейдем
новой модовой карте. Ну а на сегодня все, друзья. Спасибо вам за просмотр, за поддержку, за лайки. Всем мира, добра, здоровья и до встречи.